Всем привет, друзья! Мы находимся в Game G Drive, и у нас есть такая вот гора, на которой мы будем спускаться на Ниве. Где же она у нас стоит? А вот у нас здесь у нас стоит красненькая такая Нива. Ну что ж, попробуем проехать, не знаю, получится или нет. Будем считать, сколько раз мы с вами будем разбиваться. Но будем аккуратненько ехать. Вот у нас наша машинка, на которой мы с вами сейчас поедем. Все. Будем аккуратненько ехать. Так, а такая история, какая история? История такая, что гору-то покорили, а вниз спускаться как-то надо. Так, ну здесь вроде бы легко, все нормально. Ой-ой-ой-ой, все-таки заносит нашу Ниву. Но машина, это, так сказать, джип, поэтому проходимость у нее хорошая. Так, притормаживаем и аккуратненько дальше спускаемся. Вроде бы пока все хорошо. Все нормально. Посмотрим, как будет дальше. Так, в горы, с горочки спускаемся. Машинка у нас все быстрее и быстрее идет. Поэтому надо немножечко притормаживать. Опа! Опа! Нифига себе! Ё-моё! Главное не перевернуться. Так, немножко задели. Ай, смотри, смотри, смотри. А, габаритки задние у нас. Фара и все прочее у нас разбилось. Главное еще дорогу знать. Ну, вроде бы вот эта дорожка есть, где меньше травки растет, такая растительность. Поэтому, как бы, у нас все хорошо получается. Машинка немножечко повредилась. Так, расходится налево или направо, куда ехать? Ладно, попробуем сюда направо повернуть. Опа, аккуратно. Нифига себе. Ну, машинку как бы мы немножко повредили, но мы еще на ней спокойно едем. А также, опять-таки, смотри, нет, нам назад возвращаться не нужно. Спускаемся дальше. Так, тут какой-то овраг, надо будет аккуратно тут проехать. Ну, вроде мы справляемся хорошо. Опа, горочка. Оп-оп-оп-оп, заезжаем. Ну вот и пошли первые наши небольшие такие трудности. Как это... А зачем мы поднимаемся? Мы же должны спускаться. Либо мы просто спускаемся потихонечку, но... как я вижу, что... дорога просто такая идет. Ну, пока вроде бы нормально все. Едем. Такс. Ну, все не так сложно, как я думал. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Андрюха! Бедолага. Так, ну что у нас машина-то? Заводится? Хорошо. Блин, ребята, как только я сказал, все нормально, мы разбили тачку. Да, ё-моё, все, восстанавливаем машину. А, у нас колесо, смотри, разбилось, сломалось. Ага. Ладно, восстанавливаем тачку. Полностью восстановили. Так, значит, минус одна машина. Теперь будем ехать внимательно и аккуратно. Так, это что у нас там за поворот такой налево-направо? Я даже не знаю, куда ехать, поэтому... Подожди, мне кажется, дорога закончилась. А куда, блин, а куда ехать? Что-то там повредили, нет? Не, нормально, все хорошо. А вот дорожка, вижу. Аккуратно спускаемся. Да, минус одна тачка. Едем, поднимаемся немножко. Так, дорожка идет дальше. Как бы мы-то медленно едем, нормально, аккуратно, просто что неожиданно яма была, поэтому мы и разбились. Давай, давай, поднимаемся, поднимаемся. Ё-моё, это что такое? Нет, в дерево. Ух, хорошо, главное в дерево нам не врезаться. Давай еще раз поднимаемся. Сложно. Давай по травке, по травке, по травке.
Еще. Да что ты будешь делать? Подняться не могу. Есть. Забрались наконец-таки. Так, ну что, едем дальше по тропинке этой, да? О, что-то машина плохо едет. Управляется тяжело. Так, а здесь надо разогнаться. Я не знаю, как отсюда с этой горы вообще выезжать. Но выехать надо. Давай. Нифига себе. О, еще и перевернулись. Ладно. Короче, здесь надо эту горку с максимальной скоростью. То бишь, поднимаемся наверх. Разгоняемся. Давим на газ. О, отлично, мы забрались. Куда ж ты скатываешься, алло? Ой, нет, я тормозил. Ай-яй-яй-яй-яй, машина перевернулась. И все. Блин, она даже на колеса не стала. Короче, это минус еще одна машинка. Так, ладно. Восстанавливаем точилку нашу. Продолжаем движение. Только куда ехать-то? Алло, а где? Подожди, стоп. Сейчас я посмотрю. Повыше поднимусь. Так, вот наша машина. А где же спуск? А мы, в принципе... А мы, оказывается, просто даже и спустились. А что такое? Ну да, мы спустились вниз, ребята. Все, мы... Мы как бы выполнили задание. Спуститься. Теперь можно просто погонять здесь. Может быть даже... Так, давайте попробуем поехать все-таки другой тропой. Так, мы как бы здесь ехали отсюда. А мы поедем... Подожди, а где у нас дороги вообще? Сейчас мы разворачиваемся, едем в другую сторону. Да шо тебя валит так, алло, поворачивайся нормально. Машина вообще не хочет поворачиваться. Вот здесь, может быть, вот здесь как-то проехать? А, нет. Нифига. Апа. Расфигачили тачку все-таки. Так, восстанавливаем машину. Блин, как это так она восстановилась? Плохо. Так, а ну-ка поворачиваем. Где-то здесь должен быть еще один такой проходик. А слушай, а мы здесь не ездили, наверное, да? А чё если сюда поехать? Чё там? О, блин, тут обрыв. Оп! Нифига, можно так было сокращать, оказывается. Ох, это я хорошо сократил. Блин. И тачка у нас вроде бы... А, нет, таки. Колесо-то у нас повреждено. А это, конечно, мы зря сюда заехали. Здесь вообще какие-то деревья растут. О, кто здесь насадил эти деревья? Непонятно. А мы здесь, наверное, не проедем? Ну, конечно. Подожди, надо сейчас... Так, здесь будем ехать отсюда тоже. Я нашел тут тропинку. Оп, аккуратно. Я не знаю, туда я еду или нет. О, нет, мы не туда поехали. Блин, сейчас машинка наша разобьется. Разбили мы тачку. Но, я не знаю, а если мы отсюда будем ехать? Так, я ее в полете восстановил. Блин, что это за деревья такие, которые в воздухе прям растут. О, все, тачка наша сейчас разобьется. Бедолашка. Так, ладно. Возвращаемся назад. А возвращаемся мы все-таки на этой стороне карты. Блин. Колесо отлетело. А, ну мы сюда и падали, как бы, в этот обрыв. Да, здесь, короче, ничего интересного нет. Ладно, давайте возвратимся назад. А, здесь поедем.
Где мы еще не ездили? На этой карте. А, я не знаю, как бы сюда можно ехать. Нет, это конец вообще этой карты, поэтому там смысла нам туда поворачивать нет. Ладно, едем дальше. Либо, может быть, тачку поменять, другую поставить. Либо это будет уже другой ролик, ребята, с другой тачкой. Либо другую карту я найду. Потому что эта карта тоже интересная, но есть еще интереснее, конечно, карты. Здесь ничего сложного, как бы, проехать-то и нет. С одной стороны. Я не знаю, может быть, старая карта. Ребят, напишите, если вы знаете, может... Где-то какая-то более новее есть, более интереснее. Но по картам все очень печально у меня, по крайней мере, сейчас. Карт мало, которые именно где горы. Этой карте уже лет 6, наверное, я так понимаю. Потому что я в эту карту играл еще года 4 назад. Текс. Аккуратно. Ох, ладно. Ну что ж, ладно, будем заканчивать ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.